Привет всем! Сегодня мы вам покажем и расскажем, как демонтировать подшипники с различных генераторов. Так, вот значит у нас генератор Valio от Mercedes, да, и сейчас мы будем снимать якорь с передней крышки. Угу. Вот, он немножко сейчас нетипично для Valio разберется, то есть снимется статор. Я поэтому пометил на всякий случай, чтобы потом паспорт изделия не вспоминать, как оно было. Хотя тут шпенек есть, но он и здесь есть, например. Ну да, можно и перепутать при желании. Да, вот. Вот так. Вот. Снял шкив, пока тут занимался другими вещами, немножко тут обливал все жидким ключом. Вот. Это полезно вообще делать, не начинать разборку в лоб. Ну да, согласен. Вот. Поэтому. Подготовительный этап такой он должен быть. Да. То есть все это приржавевает. Там далее по ролику увидите, как мы вырвали с другим Valio там вспышка. Партнера, по-моему. Угу. Вот, машина. Еще забавно подумалось. Такое имя, как Mercedes, лежит себе у нас на верстаке 13-летнего возраста. И не жужжит, что самое главное. Вы намекаете на педофилию. Щупать ее руками менее приятно, чем молодую девицу. Да, да. Сейчас мы. Какой-то старенький Mercedes, судя по всему. МЛ-ка. А, МЛ-ка. Ага. Так, достали. Статор ничего. Так, и вот у нас якорь. Сейчас мы попробуем померить по, скажем так, по устройству. Да, по устройству. Шикарно подходит. Берем. Так, берем выколотку. Какая сейчас универсальная штука. Что ты? Вот. И вот сейчас попробуем. Значит, повторяюсь, да, я за все-таки ударное снятие против прессов. Согласен. Пошел. Вот пошел, видите, закис, да. И пошел штатно. Что делать, если не штатно, мы там далее покажем. Угу. Вот здесь винты торчат головками внутрь, угу. И запасного варианта, ну, в принципе, не существует. Ну да. Если вдруг не идет, что я вам советую? Правда, в том случае это не помогло. Жидкий ключ, тепловой пистолет. Uh-huh. Нагрели, остудили жидким ключом. И так несколько циклов. Пробуйте, в принципе, чаще всего помогает, но не всегда. Uh-huh. Вот, все, здесь мы победили. Вот, засим как бы вот этот Valio разобран. Представляю, если сейчас нас смотрят какие-нибудь немцы, uh-huh. Или Евросоюз, если они понимают, что мы делаем, наверное, сильно удивляются, что русские вот такими устройствами могут работать. Ребята, русские могут работать такими устройствами. Ну, здесь же как? Главное, наверное, не какая-то безумная красота инструмента, а целесообразность. Целесообразность, умение и понимание, что ты делаешь. Ну да. Вот, и да, пусть он будет немножко неказистый, но это уже отработано годами, что это можно разобрать, не угробив корпусные детали. То есть, еще раз повторюсь, их я убил очень мало. Вот, и там из них половина, которых убил, ну, это, в общем-то, достаточно гниловатые были по алюминию вещи. Угу. Вот. Ну, или где-то конструктивно неудачные. Вот из этих там, допустим, там... полутора десятков вещей, вот там, допустим, 5-6, это был вот генератор боксер, там, ну, сделано так, что, ну, оно обязано спокнуться. Вот. Все, это мы выколачиваем обычным способом нашим, и на этом разборка передней части генератора закончена. Угу. Так, вот у нас Mitsubishi Electric, вот, ну, с ней, с этой фирмой минимум проблем при снятии, да. Угу. И, кроме того, существует запасной вариант. Если вдруг по какой-то причине, то есть вы высаживаете, вот, а он закисает, угу. Вал, да, в подшипнике,
выкручивайте 4 винта и сбивайте с подшипником. Угу. Дальше схемы действий, как вот на Валио, где мы описывали. Да? Угу. То есть подшипник всегда можно стянуть, распилить. Ну да, ну да. Ну, то есть варианты. Но здесь я подозреваю, что все будет просто прекрасно. Так и есть. Ну, хорошо, вообще замечательно. Да, просто идет со свистом, вот несколько часов в жидком ключе, и все прекрасно разбирается. Откис. Да, так что вот что мы хотели сказать про Mitsubishi. Окей. Вот, у нас попался такой упрямый экземпляр. В общем, пришлось выколачивать вот вместе с крышкой обоймы подшипника. Вот, ну, знал, на что шел, то есть замачивание несколько часов не дало результатов, а сроки сжали. Я-то найду такую обойму, да, а вот те, кто пойдут по моему пути, да, они эту или должны будут изготовить, или закрепить подшипник, там, например, аккуратные шайбочки под винты ставить, и тоже нормально будет фиксировано. Что мы делаем в этой ситуации? Ну, во-первых, прощаемся с измордованной обоймой, да? Ну, теперь уж да. Да, то есть говорим ей до свидания. Спасибо за службу. Работу. Да, вот. Снимать теперь будем двухлапым съемником. Очень важный момент. Значит, вот у кого съемник с достаточно тонким носиком, те могут не слушать то, что я сейчас говорю. У меня, например, пята у съемника вот такая. Угу. Если я его упру просто сюда, я с большой вероятностью, в свое время я это делал, раздам резьбу, и якорь можно будет выкинуть. Ну да, согласен. Поэтому я буду работать через проставку. В данном случае роль проставки у меня выполняет ключик гаечный. Золотой, я бы сказал. Да, да, да. Тут уже как бы все отработано. Вот. Далее, сюда у меня... лапы не лезут. У кого лезут, опять же, делать как я не надо. Но на баши, например, вам точно придется это делать. А я беру две противоположные, скажем, лопасти, загибаю. Угу. Потом я их обратно разогну. Вот. Главное не забыть это сделать. Давай разогнем. Это точно. Вот. То есть на баши порядок действий тот же. Там, где вы снимаете вместе с подшипником, когда понимаете, что прочность уже крышки под вопросом. Угу. Вот, выбиваю я обычно здоровеннейшим вот таким вот инструментом. Вот, и считаю его сильно лучше, чем, например, пресс. Потому что вот я за 13 лет работы, ну дай бог, вот 13 крышек и кокнул. Вот, да. В год по крышке. А у людей, кто работает прессом, там через одну у них вот идет. Ой, там сломали. Вот. Почему? Резкий удар при там замачивании предварительном позволяет резко сдернуть. Сдернуть. Да, 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 да. Вот. Ну, законы физики никто не отменял. Да, поэтому здесь не тот случай, когда надо деликатно тянуть, потому что в какой-то момент вы упретесь в прочность крышки. Вот. А я начинаю вот извращаться таким образом. Вот, через проставочку тянем. Что, довольно-таки подготовленное извращение, я бы сказал. Ну, уже такое выработанное, такое уже знаешь, там в какую сторону и что надо. Это съемничка у меня, конечно, пожившая, да, но мы им поможем. Так, далее, сейчас вот я создам преднатяг. И потом можно постучать, угадал? Да, сейчас, но только... Возможно, я тебя удивлю, куда я буду стучать. Возможно, удивишь. Вот. Так. Берем еще одно заслуженное приспособление. Ну, взяли. Это известная вещь. Я, наверное, даже ударю вот сюда. Все. Вот и все. И, он и вся любовь, да. Предварительно все, естественно, смочено, стягиваем. Если я заход резьбы немножко здесь подобью, я его поправлю. Ну, это да. Да, не очень да это как бы это сильно меньшее зло, чем то, что может быть. Сейчас оно будет так вот вредничая лезть по кускам. Но... Но тем не менее, никуда не денется. Никуда не денется, да. Влюбится и женится. Так. Что-то подсказывает, что
что он решил повредничать нам на радость. Но он еще не встречался с устройством ща-28. Абсолютно. Вот. Плюс у нас тоже с упрямством все в порядке. Так что... немножко сползло. Вот. Вот это один из способов вот аварийного снятия переднего подшипника. Потому что как-то с кем-то даже разговаривали там внизу в комментариях. Человек не менял подшипник. Да, именно побоялся копнуть. Побоялся копнуть. Как бы все нормально, но это, скажем, позиция не всегда прокатывает. Ну, то есть иногда подшипник в таком состоянии, что надо что-то делать. Ну, я бы сказал, не надо бояться думать, надо бояться делать, не подумавши. О! Да. Страшнее, говорит, дурака, только дурак с инициативой, да? Это точно. Так, вот сейчас попробую аккуратно потянуть так, чтобы как-то не мучиться. Вот. Вот. И еще один момент. Вот я сейчас, я лучше буду крутить основание, чтобы не раздавать это. Мимо вентиляции у меня уже проходит все. Ну да, ну да, пошел вроде. Да. А так я сейчас пету эту буду растирать, это нехорошо. Согласен. Вот. Все, то есть это мы победили. Сейчас окислы вычистили. Именно они вот подняли посадку до такого безобразия, что пришлось вот таким варварским способом разбирать. Но это иногда просто единственно возможный вариант. Вот. Плюс у Валио именно вот, способ закрепления винтов изнутри генератора я считаю недоработкой. То есть это, возможно, изготовление вот этих крышечек, которые мы уничтожили, делается дешевле в один выруб. Да? Ну да, да, да. То есть не надо резьбу нарезать. Вот. Но оборотная сторона пропадает именно вот вариант выкрутить винты крепления крышки подшипника и выбить вал вместе подшипником. Ну, да. Да. Вот. Это да. А так все, мы победили. Ну, на самом деле, ясно одно, прежде чем чего-то делать, надо, а, запастись инструментом, б, иметь слесарный навык, и г, никогда не спешить, надо вот думать. Надо думать, да, надо всегда держать в голове именно вариант, если вдруг что-то пойдет не так, то есть вы сумеете назад отыграть там или как-то выпутаться из этой ситуации. Все, на этом как бы вот мы с этим подшипником совладали. We'll be right back.